Итак, Резби, всем здорово, с вами я и третий Doom в разрешении 640 на 400, сколько-то там, 480, по-моему. И я предлагаю вам просмотреть весь Doom до конца, потому что это довольно старая серия Doom'ов. Ну, третья часть, когда она там вышла. Надо даже чекнуть. Окей, Google. Doom 3. По информации Википедия, Doom 3 – научно-фантастический шутер от первого лица, разработанный компанией id Software, изданный Activision в 2004 году. Озвучка у меня, конечно, есть на русском языке. У меня чисто тут все на русском языке. Созданная изначально как производитель оружия и охранных систем, впоследствии она занялась бионауками, изучением космоса и другими научными направлениями. Благодаря неограниченным средствам и возможности игнорировать нормы морали и закона, UAC контролирует самые высокие технологии в истории человеческой расы. Найс. Начало сканирования. Приближается транспорт. Вот в этом транспорте это, по-моему, мы. Вас, на связи Darkstar. Координаты траектории 07063.38000. Понял вас, Darkstar. Подходите с азимута 07063 через точку 38000. Так точно. Мы видим их без радара, сэр. Они сейчас приземлятся. Отлично. Отправьте этого инспектора Свона сразу ко мне. Да, сэр. Кому мне надо отправить? Старбашни, входим в ангар. Даркстар, причал свободен. Швартуйтесь. С возвращением. Это просто топ. По графончику уже видите, да? Я так не хотел. Он не оставил вам выбора. Хватит, мне уже надоело заниматься кризисным управлением. Вот этот хач, по-моему, это я, который сейчас справа идет. Ладно, вот вы управляете. Нашего главного. Если не получится, я им устрою кризис. Хотя это не точно. Мы должны заставить Бетругера подчиниться. А нет, вот мы. Так, на L. На L у нас ничего. Тут темно. Сканирование прибытия. Большой ящик. Прибыл. Добро пожаловать на Марс. Все вновь. Да пошел в жопу. Добро пожаловать в Марс-Сити. Центр научной станции Объединенной аэрокосмической корпорации. Ты должен, а меня сюда запихнули. Проследуйте к администрации. Причем, походу, насильно, но, честно говоря, я не знаю. Многие вещи, включая ящики, что-то там. Это самое. Оп. Оп. Обходим. И оп. Пока. И чё в итоге? Подробно. Груз общего назначения. Секретно. Осторожно, опасный груз, опечатанные ящики с биологическими образцами. Не открывать. Один большой. Осторожно, опасный груз. Бла-бла-бла-бла. Удалить.
внимание, попытка вмешательства от поправки секретного груза. Я вроде, короче, все удалил, все, что тут может быть. Вот. Я так думаю, что-то поменяется в сюжете, потому что... Ну, должно поменяться. Прибытием на Марс, солдат. Встань на один из красных квадратов на полу. Я просканирую тебя. Это займет всего пару секунд. Окей. Окей, начинаем. Если будешь двигаться, сканирование займет больше времени. А хрен тебе. Ну вот, биоскан в норме. Можешь выходить. Ах ты ж тварь. Тварюга какая-то. Марс-Сити служит центром всех научных изысканий. Марс-Сити пойдет в жопу. Пожалуйста, свяжитесь с центральным управлением. О. КПК не обнаружен. В ноябре надо будет потом загрузить, когда КПК достану. Прибытием, солдат. Впервые здесь. Сумку оставь здесь. Ее отправят в казармы. Хорошо. Сначала сообщу тебе о главном. Это твой карманный компьютер. Без него тебя никуда не пустят. Когда тебе дадут допуск к охраняемым зонам, эта штука откроет замки. Очень важно не потеряй. Так-так. Сержант Келли требует немедленно явиться к нему. Отправляйся прямо в штаб десанта. Тебе туда. Сориентируйся. Ага, иди в пень. Да я это уже понял, мне уже объяснил этот хач чудака. Теперь я хочу новое письмо. Могут обратиться к своему куратору от UAC. Спасибо за внимание. Так. Личные. Почта пользователя. Соблюдение техник безопасности крайне важно для всех работ на Марсе, поэтому в ноябре проводится месячник техники безопасности, в рамках которого мы освежим в память все стандартные процедуры техники безопасности. Посещение всех семинаров обязательно. Много букв, хранение оружия, боеприпасов, специальная лекция о безопасном, авария систем жизнеобеспечения. А время и место проведения семинаров вы можете узнать из объявления возле входа в ЮАП. Видеодиск. В Марс-Сити не курят. Просим вас курить только в специально оборудованных местах. Спасибо за сотрудничество. Добро пожаловать на Марс, десантник. Цель этого брифинга — ознакомить вас с некоторыми стандартными процедурами несения службы на Марсе. Первое и главное – это субординация. Весь рядовой и сержантский состав десантных сил подчиняется мастер-сержанту Томасу Келли. По приказу сержанта Келли вы будете приписаны к патрулю, возглавляемому командиром патруля. Обращайтесь к командиру патруля по всем вопросам, связанным с несением службы. Ага, все. А то, от лица UAC приветствуем вас в Марс. Пошел в пень. Так, тут нету ничего интересного. Карта не найдена, окей. Я тебя здесь раньше не видел. Ты, наверное, из этих, из командировок. Управление очень обеспокоено положением дел на станции. Вот как? Разве вы не понимаете, насколько важна наша работа? Я хочу какой-то гласный, не гласный. Я уполномочен провести полное расследование. Кто вас уполномочил? Правление? Что правление понимает в науке? Их интересуют только деньги. Все, что им нужно, это товар. Товар. Не волнуйтесь. Да, товар. Да не получится. А, товар. Ценой скольких жизней. Скажите, доктор Битрукер, почему рабочие так взвинчены, жалуются, требуют перевода с Марса? Обычная профнепригодность и переутомление. Ничего особенного. Если бы мне дали больше денег и квалифицированного персонала, даже этих несчастных случаев удалось бы избежать. Боюсь, вы ничего не получите, пока мой доклад не ляжет на стол правления. Я требую права доступа везде, в том числе в Дельту. Надеюсь, с этим проблем не возникнет? Только если вы не будете путаться у меня под ногами, Свон.
Вскоре здесь случится необычайное. Вот увидите. Ага. Пошли. Как же? Куда, чё? Куда мне? Так, вот я пришел вот отсюда сюда, вот так вот. Тут какой-то хач. Слушай, приятель, у тебя нет доступа в эту зону. Отойди. Нет у меня доступа в эту зону, но я пошел в пень. Я похожу вот тут вот. Прошу прощения. Кажется, я тебя раньше не видел. Ты должно быть из пополнения. Я вот даже прошу лицо... прощения. Он черный, я вот даже лица не видел. What the fuck? Я себя не вижу вон там вот. Смотрите, меня чисто нету. Так есть, а так меня нету. А. Банихоп. А, он чисто такой, знаете, осматривается. Убрал вроде руки, но как бы ладно. Так, еще у меня тут что за фишки есть? Пока что никаких фишек у меня нету. Еще мне кто-то написал. Это написал мне мой братишка Максимка. Ну-ка загрузим. Новое письмо. Отдел кадров. Ищут людей за критически важных бла-бла-бла. Чинить очень срочно. Так что, с твоего позволения. Штаб десанта прямо за углом. Нафиг мне нужен этот штаб десанта? Супер Турбо Turkey Puncher 3. Супер Турбо Turkey Puncher 3. А, what the fuck? What the fuck? Super Turbo Turkey Puncher 3. Что заключается в том, чтобы просто вот так вот хреначить. Вообще прикола не понял. Он, то бишь, куда бы я ни тыкал, он все равно будет бить. Super Turbo Turkey Puncher 3. Ладно. Ладно. Так, закрою-ка я жалюзи. Счет мой не обнулился. Утверждает, что выживших нет. А сигнал посылает аварийный маяк навигационной системы. Противники корпорации считают, что сигнал с группой... Я сейчас сожрал... Фу. Забрал чей-то КПК? ...не хочет тратить деньги на спасательную экспедицию. Новости бизнеса. Корпорация Миксом подала в суд. Окей. Прямо за углом, то есть мне сейчас направо, по идее, внимание, вот сюда вот. Доктор Брэддок. Вас ждут в службе жизнеобеспечения. Иди доложись сержанту Келли, он в штабе.
А я схожу туда. Уже иду. Держи его. Укол я сделал. Что-то... Ой, как будто половины мозгов нету. Сюда. Оружейная. Что у нас тут? Видеодиск. Окей. Не, значит, не сюда. Или куда мне туда? Вот сюда вот. Не торопился, солдат. Так, да, не торопился. Теперь о задании. Пропал ученый. Это не первый случай. Ты новичок, тебе и искать. Заодно и освоишься. Твоя задача проверить заброшенный центр связи. Говорят, хорошо, он направлялся туда. Пройти проверим. Центр можно через подземный уровень Марс-Сити. Я запрограммировал робота. Он проводит тебя к лифту на подземный уровень. Надеюсь, хоть с роботом ты дорогу найдешь. Внизу у лифта пост охраны. Там тебе выдадут оружие. Когда найдешь ученого, просто приведи сюда. Живого и невредимого. Хорошо. Понял? Свободен. Да блин, этот хач не мешается, надо вооружение. Не могу. Внимание сотрудников корпорации. Ну и чё ты? Хотите получать больше денег? Исследовательским лабораториям Дельта нужны добровольцы. Диск какой-то я взял. Менеджеров по кадрам. А вот. Марс-Сити. Общий доступ. Отлично. У меня есть общий доступ. Корпорация USC заботится о здоровье своих сотрудников. Ваш хрен моржа у меня куда-то везет, который похож по голове на ксеноморфа. На меня такой посмотрел. Кинуть Марс-Сити. Окей. Подземная система Марс-Сити. Три кадра. Один кадр в секунду. Два кадра в секунду. Ну, хотя, это понятно, поскольку игра. Старый экран загрузки. Все дела. Вот. Теперь 60. Добро пожаловать в подземелье, солдат. Самое скучное место на Марсе. Волыны. Одну минуту. Я выдам тебе броню и пистолет. А то что это за солдат без оружия? Вот твое барахло. Тебе стрелять нельзя. Ой. Сейчас я проверю радио. Охрана Марса. Проверка связи. Отлично. Прием нормальный. Фонарики есть. Значит, тебя направили в заброшенный центр связи. Это вниз по лестницам. А дальше все время прямо и наружу через шлюз. Придется немного пробежаться без воздуха, зато получишь шанс поближе познакомиться с Марсом. Окей. Окей, все в порядке. Ах да, вот еще что. Не путай штатских с мишенями. Они тут работают. Да окей, чё? Чё это? А чё-то сканирование? Эй, не трожь! Если туда. Ну. Окей. Будем думать то, что это допустим. Да, еще. Слушай, Скотти, чего ты там хочешь? Я бы ты еще раз уже закончил. Сюда. И сам все сделай.
Жердяй. Вот еще. Я мастер-наставник. Слушай, я тебе ничем помочь не могу. Ну да, не можешь мне помочь. Ну иди в пень. Складской шкаф. Окей. Окей. Так, это у нас какой шкаф? 0.23, да? Вот. 5.3.1. 5.3.1. Оп, патрончики. Бронепластины. И чей-то КПК слямлил. Вообще хоть что-нибудь работает? Сэр, ученые требуют от оборудования слишком многого. Хватит отговоров. Пошевеливайся, у ученых работа стоит. Я делаю, что могу, сэр. Ошибка панели. Не пойму, что же такое происходит с системой. Ладно. Фонарик. Отличная идея. Мне сюда? Или мне все-таки вот сюда? Нет, сюда я не могу. Значит, мне остается только вот сюда вот. А, ты тот новичок, который ищет старый центр связи? До него тебе придется топать по улице, так что не зевай. Придется пробежаться от шлюза до шлюза. А, не бойся, в твоем костюме неплохие запасы кислорода. Нет, не могу, к сожалению, открыть панель. Мне интересно было самое. Да мне бежать как сюда. А рука у меня, кстати, пустая, он бы, по идее, замерз, если бы. Причем он ментально так вот замерз. Так, двери закрываются. Хорошо. Волына. Задание выполнено. Это хорошо. А? А? Нет, нет. Ради всего святого, дайте мне отослать это сообщение. Их надо предупредить, пока еще не поздно. Иначе все. Иначе. Вы просто не понимаете. У вас не хватит знаний, чтобы понять. Дьявол, он существует. Я знаю. Говорит мне, я построил его клетку. О, Господи! А, ничего не могу сделать. Так, хранилище. Повторяю, возвращайтесь в штаб десанта и ждите. Так, аптечка. Тут у меня бронепластины.
Но как туда забраться, если честно, не особо в курсе. Вот еще одна аптечка, но все бронепластины я собрал. Благодаря знаниям CSGO и Гаррис Моду. Командиры отряда, доложите обстановку. Ну. Думри от спида. Мы пытаемся герметизировать зону. А вот хрен тебе. Хрена тебе, лысого. Ой, что? Нажимаю на Ctrl, привычка, то что это присесть. На тебе. Всем отрядам, говорит штаб десанта. Направляйтесь в штаб и ждите дальнейших приказов. Да, просить не могу. Оп. Хрена тебя, лысого. Хотел меня тут уничтожить. Да ну сдохни ты. Не, ну конечно, мать что. Загрузка данных КПК, окей. Уровень доступа обновлен. Помогите! На помощь! Так, ты даже 3 патрона в голову, и он умер. Ну, в принципе, это было нормально. Меня спустило вниз. Тут я взял дробовик. Возьми-ка лучше дробовик. То, как-то знаете. Тварь какая-то. Все они точно так же умирают, как и все. Ой. Я что-то где-то... Черт знает где. Там вот они сверху. Так, а где мне выбраться, кстати? Да я помог, только я не знаю где я.
А, то бишь, найс, я вернулся. Я сделал разворот. Прошелся вот тут вот. Проходился вот тут вот. Пошел вот сюда. И Сережа идет почти 30 минут. Надо бы закончить. Но только надо дойти хотя бы до контрольной точки, чтобы это все сохранилось. Да кого прикрывать-то будет? Это плохо то, что тут... Ой. Потратил просто так потом. Откуда? Ну наконец-то, блин. Всем отрядом. Кто такой сзади просто? Помоги мне. Мы не знаем, кто напал на нас. Повторяю, противник не опознан. Так вот. Тебе тварь. Не, ну я застрял. Требуется медицинская помощь. Штаб, на связи второй вот они вот сверху. Добраться на базу по возможности. Конец связи. Вас понял, второй взвод. Отступайте к ближайшему посту и держите оборону там. Конец связи. Доделаем себе инъекцию, бронепластину мы возьмем себе. И... Потрошки с картечки. Ах ты ж! Хрен моржовый. Да тихо ты! Быдло, босс. Сдохни, быдло. Всем отрядом, терминали на связи. Отступайте к штабу. Ладно, ребят, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. А еще можете подписаться на меня, добавить меня в друзья и подписаться на мою группу ВКонтакте. Всем удачи и всем пока.